дневников. И, наконец, уже в самом последнем месяце года в журнале «Юность» вышла моя документальная повесть о моей землячке Валентине Гагановой. 1959 год был для меня очень радостным. Я решила помочь своим подругам и перешла работать в отстающую бригаду. А сейчас так работают на многих заводах и фабриках нашей страны. Я даже не думала, что за такой почин мне присвоят звание Героя социалистического труда. И в мою личную жизнь 1959 год принес большое счастье. Я стала матерью, у меня родился сынок. Материнской заботой, любовью народа согрето детство наших ребят. Давида Альфаро Сикейроса.